Здравствуйте. Время новостей на нашем канале. В студии Лада Аристархова. Коротко о некоторых темах выпуска. Каждый показ своего рода сенсации, каждый фестиваль своего рода героизм. Октябрь начинается с Московского международного кинофестиваля. Восстановить наш дворец мы считаем своей обязанностью. Реставрацию Зубовского флигеля в Царском селе завершат раньше срока. Мы думали, как определить жанр этого спектакля. Мы его определили — простая история. Собрание простых сочинений. Театр «Современник» открывает сезон постановкой Виктора Рыжакова. 42-й Московский международный кинофестиваль сегодня открывается в столице. Лучших определит жюри, которое возглавляет режиссер Тимур Бекмамбетов. В основной конкурс отобрано 13 фильмов из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции и других стран. В конкурсе документального кино 9 лент, 4 из них российские. Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов подчеркнул, что в афише этого года много отечественных картин. Каждый показ, каждая премия, каждый резонанс, каждая премьера в этом плане очень важна, особенно в современных условиях, когда фестивали проводятся уже меньше, чем было раньше. И поэтому каждый показ своего рода сенсация, каждый фестиваль своего рода героизм. Апартаменты Екатерины II в Царском селе будут полностью восстановлены к 350-летию со дня рождения Петра I. Как удалось ускорить реализацию проекта, расскажет Салима Зариф. Царское село – это удивительный пример возрожденного памятника. Почти полностью разрушенный в войну Екатерининский дворец сейчас посещают миллионы туристов. И при этом реставрация все еще продолжается. Сейчас работы идут в Зубовском флигеле, в Леонском зале и в церкви Воскресения Христова. Ее золоченые купола – один из символов музея-заповедника. А внутри – стены цвета берлинской лазури, резьба иконостаса, гирлянды колонн. Здесь венчали членов императорской семьи, крестили младенцев, в частности, Николая I и Николая II. Главной задачей мастеров было максимально сохранить подлинность отделки. Поэтому рядом с историческими позолоченными деталями воссозданные из дерева. Скоро вернется живописный плафон и иконы, утраченные в годы войны. Одна из целей, которые президент нам обозначил, это духовно-нравственное воспитание нашего населения. И очень важно, что традиция меценатства здесь представлена как раз в сохранении уникальных сокровищ нашей страны. Работы в Екатерининском дворце сейчас ведутся при поддержке «Газпрома». Самый амбициозный и сложный проект – это реставрация Зубовского флигеля. Это восстановление личных покоев, комнат, которые относились к личному пространству Екатерины II. И уверен, что в самые ближайшие годы, думаю, что постараемся, может быть, даже и к юбилею Петра Великого, который мы будем праздновать 9 июня 2022 года. Здесь было 8 уникальных интерьеров, шедевров эпохи классицизма. В отделке использовались цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Остались осколки, несколько акварелей и фотографии довоенного времени. Вот по ним мастерам и предстоит воссоздавать личные покои Екатерины Великой. Восстановить наш дворец мы считаем своей обязанностью, своим долгом, потому что вот эти раны, которые остались незалеченные после войны, мы обязаны, мы как общество, как народ, обязаны уврачевать. Затем, как идет работа в царскосельских янтарных мастерских, наблюдают начинающие архитекторы и реставраторы. В Царском селе предстоит еще многое сделать. На долю этих молодых людей наверняка выпадет немало сложных и красивых задач. Салима Зариф, Евгений Костин, Александр Бурушков и Галина Орлова. Вести. Царское село. Премьера в «Современнике». Художественный руководитель театра Виктор Рыжаков поставил новую, еще не опубликованную пьесу Евгения Гришковца «Собрание сочинений». Репортаж Яны Музыки. Первый спектакль «Современника» в постановке нового худрука. Первая премьера юбилейного 65-го сезона. Виктор Рыжаков лично проверяет все детали. Эти точки, они стоят, я их не спутаю. Но здесь-то не поменяли. Спектакль по новой пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений». Режиссер и писатель знакомы почти 30 лет. Они дружат. Рыжаков часто был первым читателем текстов Гришковца. При этом они никогда прежде не работали вместе. Наконец, все совпало. Человек живет в ощущении времени, настоящий литератор. И как раз у Евгения был замысел такого текста. И часть этого текста в январе он мне показал. Я сказал: потрясающе, давай дописывай срочно. По-моему, это удивительная история. И
про сегодня, про нас. Гришковец специально отодвинул публикацию своего нового сборника, чтобы зрители не могли прочесть пьесу до премьеры. Я написал ее за 18 дней, но перед этим я над ней довольно долго думал и потом практически записал, как будто сам себе диктовал этот текст очень быстро, практически без помарок. Настолько мне был дорог и настолько мне был ясен замысел этой пьесы. Большая семья собирается вместе, чтобы проститься со своим старым домом. Он продан. Сюжет напоминает «Вишневый сад», но тут переезд не вынужденный. Героиня сама так решила. Ее мотив – «хочу не доживать, а жить». Героиню зовут Марина Сергеевна. Образ воплощает Марина Неёлова, актриса и героиня, тёзки. И вот я осталась здесь совершенно одна. Знаете, никто из нас не поссорился, все мы прекрасно общаемся, мы не очерствели друг другу. Только вот эта квартира стала никому не нужна. Марина Сергеевна решила, что не возьмет ничего. Продать старинную мебель не проблема. А вот что делать с книгами? Огромную библиотеку не хотят забирать ни хозяйка, ни ее дети. Споры о судьбе книг становятся камнем преткновения. Актеры рассказывают, режиссер стремился создать ощущение, что они семья, единый организм. Пока репетировали онлайн, Тыжаков придумывал необычные задания. Например, представь, что улетаешь на Луну, и можно взять только 10 книг. Каждый артист писал такой список. Потом мы эти списки объединяли, вычеркивая оттуда повторяющиеся книги. Потом нам нужно было из собравшегося списка как-то коллективно решить и понять, какие книги мы все-таки не возьмем, потому что нам надо взять 10 на всех. И это было круто и интересно, что очень можно многое понять друг про друга через вот такую вот игру. Никита Ефремов – ученик своего нового худрука. Рыжаков был его педагогом по актерскому мастерству в школе-студии МХАТ. В работе Ефремова над этим персонажем нашлось место гротеску и юмору. Просто дурью маялись и искали, что он, как он. Да. Очень важно не пересерьезничать вот с Виктором Анатольевичем точно, то есть, чтобы была ответственная какая-то собранность, но при этом и безответственность, да, такая, которая позволит пошалить на сцене. Создатели спектакля говорят, это жизнеутверждающая история. У членов семьи много взаимных претензий, но они не могут друг без друга. Мы думали, как определить жанр этого спектакля. Мы его определили — простая история. Вот эта простая человеческая история про нас с вами, может быть, про это когда-то мечтал Олег Николаевич Ефремов, когда говорил, что простым языком о простых вещах, простые вещи о простом человеке. Найдется приют и для книг, правда, в очень неожиданном месте. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Сергей Скоридов, Новости культуры. В Волгограде реставрируют один из объектов мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Это танк Т-34 «Челябинский колхозник». На месте побывал Евгений Кулькин. Танк-символ, танк-памятник и участник Сталинградской битвы. Долгожданная реставрация началась. Кропотливая операция проходит в несколько этапов. Броню необходимо очистить от песка и пыли. После металл покроют специальной грунтовкой, покрасят. Было обнаружено огромное количество дефектов, трещин, царапин. Поэтому сейчас реставраторы ведут на работу над очисткой металлических поверхностей. Танк-памятник дополняет масштабную экспозицию, которая охватывает значительную часть Волгограда. Челябинский колхозник установлен по-настоящему знаковом месте. Именно здесь, у подножия Мамаева кургана, соединились войска 21-й и 62-й армии. Это позволило окончательно разделить вражескую группировку на две части. Момент запечатлен и на знаменитом полотне панорамы «Сталинградская битва». Танк номер 18, «Челябинский колхозник», вот он здесь изображен на полотне панорамы. Он как бы двигался впереди этого клина. Здесь изображен на полотне момент, когда они вот-вот соединятся. Это как бы кульминационный момент вот всего полотна. Родилась боевая машина в 1942 году, когда уже шла Сталинградская битва в цехах Челябинского завода. Строили эту 34-ку, как и многие другие танки, на пожертвования простых людей. Отсюда и имя — Челябинский колхозник. Современную операцию по реставрации тоже проводит за счет благотворительных средств. Это уже третьи, можно сказать, реставрационные работы, там, связанные с этим памятником. Первые были выполнены, когда он был доставлен в 1944 году в Волгоград.
Позже был подготовлен монумент, установлен. В 70-е годы, было проведен капитальный ремонт памятника. Современным реставраторам удалось найти и артефакт того времени. Рабочие оставили бутылку с запиской. В ней перечислены имена и фамилии тех, кто восстанавливал памятник. Написано, что оставили они в октябре 1971 году. Было бы здорово, чтобы они вышли на нас, было бы интересно с ними встретиться. Проект реставрации челябинского колхозника проводится при поддержке военно-исторического общества и музея-заповедника «Сталинградская битва». Впереди у реставраторов много работы. Предстоит не только восстановить сам танк, но и постамент. Обновить памятник федерального значения, облагородить территорию и открыть его планируют в 2021 году. Евгений Кулькин, Александр Кулишенко, Михаил Хмелев, Александр Пищалко и Олег Статун. Вести, Волгоград. После 15 месяцев кругосветного плавания яхта «Сибирь» вернулась в Омск. За это время судно прошло 30 тысяч морских миль. Путешественников встречала Динара Шамец. Акватория Иртыша – финальная точка парусной экспедиции Омск-Беллинсгаузен. Омск, посвященный 200-летию открытия Антарктиды. После торжественного рапорта об окончании кругосветки – традиционный хлеб-соль. Члены экипажа признались, что в экспедиции скучали не только по родным. Вкус любимых блюд не давали позабыть соотечественники в более чем 60 портах мира. Забота проявлялась в самых разнообразных вариантах. Например, на Канарских островах нас не только провожали концертом юных барабанщиц, но еще и принесли нам всякой снеди на дорогу, в том числе домашних пирожков. В Мар-дель-Плате, в Аргентине, там нам одна семья русская тоже принесла целую кастрюлю борща. Это настолько грело это отношение. Все 15 месяцев экспедиции экипаж вел видеодневник путешествия в социальных сетях. Подписчикам рассказывали, как пересекли экватор, дошли до края Земли, самого южного города планеты, аргентинской Ушуаи. В Сибири покорился непредсказуемый и опасный пролив Дрейка. Бразилию яхта покидала под залпы новогоднего фейерверка, а в Антарктиде их смена встречали пингвины. Вместе с яхтой «Жемчужина» Сибирь совершила и рейс памяти в честь 75-летия Великой Победы. Возложили венки в местах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях в годы Великой Отечественной войны. Я ощущаю, с одной стороны, удовлетворение от того, что задача поставленная была выполнена. У нас команда. Каждый может поддержать другого человека. И вот это единство духа, оно помогло справиться с этими трудностями. Обратный путь яхты был коротким. Из-за проблем с двигателем капитан был вынужден просить помощи. На просьбу откликнулось научно-исследовательское судно «Академик Трешников». Взяли «Сибирь» к себе на борт. После ремонта «Сибирь» своим ходом дошла до Иртышской гавани, благополучно завершив кругосветку. Динара Шамец, Станислав Полюженич, Вячеслав Назаренко. Новости культуры. Омск. В Электротеатре «Станиславский» премьера музыкального спектакля «Ноябрь». Драматическая постановка Бориса Павловича – это одновременный концерт и своеобразная презентация нового альбома группы «Мегаполис». Театральный контекст, театральная сцена делает определяющее наше взаимодействие со зрителем, нашей музыки со зрителем. И когда мы делали эту музыку, мы в голове уже, конечно же, держали то, что это будет представлено именно в театре. Дистанцию между зрителями обозначили предметами из прошлого, намекая на то, что спектакль будет о времени. «Ноябрь» фронтмен группы «Мегаполис» Олег Нестеров называет периодом зависания перед новой жизнью. Оттого и альбому дал такое имя. В качестве текстов – стихи поэтов последнего столетия. Актеры Электротеатра «Станиславский» на протяжении всего спектакля совершали одни и те же действия – бег по кругу, как метафора будничной жизни. Получился спектакль размышления, в котором главный герой – музыка. После выпуска новостей смотрите программу «Наблюдатель». Встреча посвящена Сергею Есенину. В студию ведущего Андрея Максимова, российский писатель-публицист Захар Прилепин, литературовед, историк литературы Михаил Свердлов, историк-литературовед Михаил Шапошников, а также профессор МПГУ Ирина Минералова. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.